В американском городе Пидмонт сотни участников рождественского парада прошли по городу с плакатами, на которых заявили о своей христианской вере и о том, что Иисус Христос является истинной причиной празднования Рождества. Накануне парада название «Сохрани Христа в Рождестве» было отменено организаторами, но это не остановило участников открыто заявить о своей религии. Городские власти города Пидмонт вернули параду старое название «Рождественский парад», и жители города решили осуществить свое право на свободу религии и прошли с плакатами «Сохрани Христа в Рождестве». «Если мы будем держаться вместе, то все лучшие христиане объединятся, поднимут имя Иисуса Христа и не позволят атеистам и неверующим запугать нас, как они это делают сейчас. И мы будем жить в лучшем мире», – сказал один из участников парада. Антирелигиозные группы, которые затеяли этот скандал, добились обратного эффекта, – сказал мэр города. Это сплотило горожан, и на рождественский парад в этом году вышло рекордное количество людей, и акцент парада был на христианстве.